Добро пожаловать, друзья, на канал Invest Hacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Сегодня понедельник, зеленый день, начало зеленой недели, отличное настроение у всех, у меня. Сегодня я чувствую себя прекрасно и напоминаю вам, друзья мои, если движение биткоина вверх вас расстраивает, то вы что-то делаете не так в этой криптовселенной, криптоиндустрии. Меня движение биткоина вверх радует чрезвычайно. Сегодня мы поговорим о возможных причинах или об отсутствии них, на какие уровни нам следует обратить внимание. Поговорим также о макроэкономических событиях, что там у нас Америка, сколько денег они в очередной раз пытаются напечатать. Коротко поговорим про Amazon, покажу игру Blades, которую я начал играть вчера. Покажу также Astro Friends. Я чувствую себя чрезвычайно щедрым и хочу раздавать. Когда вылупятся бычки Astro Friends, я раздам одного бычка. Как нам это сделать? На YouTube или в нашем Telegram-чате? Пожалуй, я сделаю это в Telegram-чате, потому что мне очень нравится там атмосфера. Так что не упускайте возможность выиграть Astro NFT-шку. Подписывайтесь на наш Telegram-чат. Я подумаю, как нам лучше это разыграть. И я думаю, что ближе к концу видео мы поговорим еще про эти NFT-шки. А сейчас поговорим про биткоин. Неделя только начинается, и уже такая большая, красивая зеленая свечка. Прошлая неделя, которая закрылась вчера, это такая engulfing свеча, да, поглотила красную предыдущую свечу. Это свидетельствует о развороте. Таком, ну, пока что еще не вполне подтвержденном. Надо смотреть, как закроется, конечно же, эта свеча. В идеале, чтобы она закрылась над 20-недельной средней скользящей, над уровнем 39300, да. Это было бы очень хорошо. Это также уровень поддержки, если мы посмотрим, точнее, бывшие поддержки. Теперь сопротивление на уровне 39000. Мы видим, что здесь две недельные свечи, одна закрылась и, соответственно, другая оттуда же упала. Это очень важный уровень, поэтому мы испытываем сложности пока что пробить его и закрепиться над ним. Кто-то может сказать, что объема никакого нет на этой недельной свече. Естественно, она только-только началась и еще только 12, точнее 14 часов, как этот день длится. Вчера произошел памп, и многие спрашивают, почему, что случилось. И тут же нужно много сразу каких-то логических объяснений, каких-то внешних факторов. Помните, когда прошла конференция Маска, я говорил, что если... И вот здесь вот произошел такой небольшой памп, и мы еще пытались штурмовать 20-дневную среднюю скользящую. И я говорил, что если цена развернется, то все будут говорить, что «О, Маск развернул цену на биткоин». А если не развернется, скажут: «О, Маск уже выдохся и цену на биткоин развернуть не может». Сейчас и вчера уже в чате, буквально перед тем, как идти спать, я видел, что писали: ничего себе конференция прошла, друзья мои. Может быть, конференция, безусловно, помогла нам дать вот этот, или, скажем, объяснить нам, людям, вот этот вот первый памп. На самом деле было похоже, что все вот это время, когда биткоин находился по 20-дневной средней скользящей, по 21-дневной средней скользящей, фундаментал был чрезвычайно силен, и он есть на самом деле, но цена не подхватывала, да, было такое ощущение, что кто-то загружается, заряжается. И тут мы видим, что JP Morgan выходит и разрешает своим клиентам покупать криптовалюты. Илон Маск выходит, говорит, что Tesla не продает битки, SpaceX владеет битками, что он владеет биткоинами, эфиром, дошкоином, конечно же, друзья мои. И это, конечно, вроде бы дает нам надежду на разворот. С другой стороны, ничего-то конкретно не изменилось. Мы это и так уже все знали. Поэтому я говорю, что не стоит слишком по медвежьей настраиваться, когда цена падает вниз, и не стоит слишком по бычьей настраиваться, когда цена летит вверх, пока не получили какого-то подтверждения. И вчера мы получаем подтверждение, мы закрываем день над 50-дневной средней скользящей, и теперь мы остановились на 100 и 200-дневной средней скользящей. И сейчас идет за них бой. Очень интересно увидеть, сможем ли мы закрыться над уровнем 38600 и вангую, как у нас принято, да, говорить. Если день закроется над этим уровнем, то, скорее всего, мы пойдем выше. Если мы закроемся вот здесь вот на сопротивлении или еще, что хуже, чуть-чуть ниже, то, возможно, будет откат, потому что сработают, проиндексируются все системы, стратегии, боты и увидят, что
значит, цена не смогла пробить этот уровень. Кстати, о ботах завтра расскажу, наконец, тем про того бота, которым пользуюсь, покажу сайт, и разработчик бота предоставит нам скидку для подписчиков нашего канала. Это не реклама, в том плане, что это не оплаченная реклама, я с этого ничего не имею. Просто пользуюсь хорошим продуктом, хочу поделиться с вами. Кто не хочет пользоваться, пожалуйста, не пользуйтесь. Мне абсолютно все равно, просто расскажу тем, чем я пользуюсь, кому-то это будет интересно и полезно. Так что ждите завтрашнего видео, не пропустите. Так, значит, я считаю, что чрезвычайно важен уровень 38500, 39, потому что на всех таймфреймах это значимый уровень. Если мы уберем эти средние скользящие, достанем мои графики, то мы видим, что мы забрались за исторический тренд, которым у нас обозначен здесь красным, но пока не можем вырваться из вот этой зоны, которая также находится где-то в районе 39500. Ну и, конечно, в идеале нам закрыться, дочертить вот эту букву W и закрыться за 41 тысячей. И тогда можно будет наконец-то разгрузить этот график немножечко, чтобы не рябило в глазах, чтобы не жаловались, что у меня очень много всяких линий. Как только мы пройдем отметку в 41-42, то тут уже будет меньше сопротивления, естественно, меньше трендов. Мы сейчас пока, по сути, забрались в тот самый падающий клин, который чертили с марта, с апреля. И вот, да, видим точки соприкосновения, по которым он начерчен. Теперь коротко о альткоинах, естественно, доминация. Да? Сейчас, возможно, мое очередное пророчество сбудется. И вы увидите, как альты не растут, когда растет биткоин. И это именно случилось, похоже, что случается, как я говорил. Например, токен Super, за которым я слежу, естественно, чрезвычайно внимательно, просто потому что я слежу за его долларовой ценой тоже, в отличие от большинства. Вчера он очень хорошо рос, да, с биткоином вместе рос, доходил до отметок там 74, допустим. И когда выстрелил биткоин, Супер просел даже к доллару, не говоря уже о том, как он просел к биткоину, да. И даже коины, которые мы выбрали на наш челлендж, которые росли отлично всю прошлую неделю и давали сильный рост. Вот, например, Dia еще показывает какие-то неплохие результаты, в то время как игровые токены типа Alice, да, проседает даже к доллару, не то что к биткоину. К биткоину понятно, да, к биткоину там потери по 20%. Вернулась, по сути, туда, где мы ее покупали. И TLM то же самое, да, и CHR, BTC вообще пробил отметку. Поэтому надо будет выставить по ним стопы, потому что если биткоин пойдет вверх, то возможно, что они будут терять больше и больше и больше. Но интересно, что теряют к доллару, да, не только к биткоину, но и к доллару. Поэтому, если, друзья мои, доминация, по моему скромному мнению, прорвется выше уровня 48,2, а дальше уже вот этот горизонтальный уровень, соответственно, предыдущий хай майский 48,5, я думаю, что альты существенно потеряют к биткоину. И альт, который тоже теряет к биткоину, это эфир. Мы видим третье касание тренда, и эфир не удерживается и падает. Похоже, что эфир будет продолжать терять к биткоину. Он, конечно, растет к доллару, и, кстати, хорошо так растет, прилично доходит до уровня почти 2400, что является вот этой вот вершиной фигуры, да, вот если мы смотрим на двойное дно, это то, что мы хотим увидеть у биткоина, прорыв вот этой вершины. На эфире это 2400, на биткоине, соответственно, это у нас 41200. Если биткоин закроет за ней, то можно сказать, что подтверждается вот эта вот фигура, и мы идем вперед. Вперед вверх. Ну, вообще, график эфира биткоина немного отличается, но видим, что эфир теряет к биткоину. И, пожалуйста, обратите внимание, я поэтому и говорил, что загружаться по альтам можно, если вы верите в проект долгосрочно. Для короткого такого флипа, зашел-вышел, возможно, лучшим вариантом был бы биткоин. Кстати, DeFi индекс, смотрите-ка, прорывается, и похоже, что DeFi токены будут расти хорошо. Ну-ка посмотрим. Да, Aave. Ага, может быть, тренд меняется с игрового на DeFi. Нет, конечно, всегда будут альты, которые будут расти,
быстрее битка, это я всегда повторяю это из видео в видео, но если у вас нет возможности полностью диверсифицировать, то чем гадать, мне кажется, в данных обстоятельствах лучше было бы взять битка, но это не финансовый совет, это просто мои рассуждения. И за вчерашний день, за 24 часа, ликвидировали 1 140 000 000, да, и было ликвидировано 104 тысячи трейдеров. Эти трейдеры явно недовольны пампом битка, так как они ставили на дамп, и биткоин всегда делает то, что от него не ожидали. Да, и самые большие ликвидации были на Bybit, потом на Huobi, на OKX и на Binance. Кстати, на Binance была огромная свеча, Binance Perpetual выстрелила чуть ли не до 48 тысяч, просто потому что не хватило ликвидности в стакане, так бывает, поликвидировало много народу. Да, и кстати, чем был вызван такой резкий скачок, потому что вчера буквально в чате наблюдали, там на 15 минутах, по-моему, да, вот шел памп, и буквально цифры считали 34, 35, 37, 36, 38 и так далее, и так далее. 35,7, да, прошу прощения, 36, 37, 38 и дошли даже до 39, от 40 отвалились. С чем это было связано? Это так называемый short squeeze, то есть как только цена пробивает определенный уровень, например, 34,800, это стоп, да, то есть срабатывает стоп-лосс или срабатывает ликвидация. Когда закрывается короткая позиция, позиция не просто исчезает, да, а чтобы закрыть короткую позицию, вы должны купить, или биржа покупает за вас, когда вас ликвидирует. Соответственно, покупает, толкает цену вверх. Только проходит ключевые уровни, было же понятно, что, например, вот на этом уровне стоит стоп, да, на 36600, только цена прошла 36700, сразу срабатывает покупка, летим дальше, летим дальше, летим дальше, ну и, естественно, потом уже срабатывают также шорты, которые стояли выше, да, то есть у кого-то был открыт шорт, например, на 39700, у которого была выставлена, как это, триггер цена, то есть если, например, цена биткоина доходит до 39600, то открываем шорт, или там 39700, то есть они не были открыты, но они там стояли, они ждали, пока цена долетит до этого уровня. И, соответственно, они тоже открылись и цену немножечко опустили. Сейчас, когда все пришли, открыли свои терминалы, почесали голову, и сейчас они думают, что нужно заводить битки, чтобы их продавать, или заводить USDT, чтобы их, соответственно, покупать. Кстати, большие новости по Тезеру. Американские власти решили расследовать директоров Тезера, да, что за банковский фрод. И здесь написано, что они пока еще не знают, что они им точно инкриминируют, но вроде бы, как обычно, да, что Тезер не полностью подкреплен к доллару. И на самом деле Америку, конечно, очень бесит, что Тезер является очень крупным money трансмиттером, то есть деньги отправляют через Тезер за границу, и Америка, получается, не получает от этого ничего. Они хотели бы, чтобы пользовались обычными настоящими долларами, а в итоге пользуются Тезером в обход, так сказать, основных каналов, которые разрабатывались годами как средство манипуляции. Но то ли еще будет. Я лично не считаю, что Тезер фад, или какой-то там, даже если у Тезера будут какие-то крупные проблемы, что это нанесет какой-то катастрофический удар по криптоиндустрии. Возможно, в моменте будет просадка. Опять же, людям нужно объяснить, почему биткоин не может пробить 39 тысяч, хотя никто же не хочет открыть крест и посмотреть, что здесь две средние скользящие. Вот Тезер – это другое дело. Да, вот сейчас прошла новость, и поэтому биткоин просел на $300. Ну, в общем, а если он пойдет на ретест, там уровни 36 тысяч или там 35, то это точно Тезер фад. Вот из-за этого, значит, биткоин откатился. На самом деле, я думаю, что это не первая и не последняя статья про Тезер. Разберутся. Если закроют Тезер, ничего страшного, будет USDC, будут децентрализованные монеты, которые заполнят эту нишу, это не проблема. И еще одно логическое объяснение, почему биткоин летит на Луну, это потому что Amazon ищет себе блокчейн продакт лида, то есть который возглавит крипто отделение Амазона.
и вроде бы даже прошел какой-то инсайдерский ток, что Amazon будет принимать уже в этом году к оплате биткоины и криптовалюты, и будут строить свою собственную криптовалюту. Честно говоря, я слышу это не первый раз. Я вчера искал статьи прошлых лет, почему-то сразу так не нашел. Но я помню точно, что уже это не первый год речь идет про Amazon и биткоин, и про оплаты. Может быть, наконец-то они это сделают. Я думаю, что рано или поздно Amazon сделает свою криптовалюту, почему бы нет. И, возможно, они сделают это на эфире, а возможно и нет, возможно, на своем собственном блокчейне, потому что почему бы нет, собственно, да, это большая власть, свои собственные деньги, это еще никому не мешали, если есть возможность, то напечатать их, это сам Бог велел, как говорится. Так вот, по earnings, кстати, 27-го, то есть завтра будет earnings report Амазона. Точнее, я смотрю на Apple, да, сейчас посмотрим, есть ли у Амазона тоже. Нет, у Амазона 29-го, некоторые спрашивали у Теслы. У Теслы, по-моему, тоже, как и у Apple 27-го, да, 26-го, точнее, даже сегодня. Обычно earnings репорты приходят после закрытия биржи, то есть после 4 часов по Нью-Йорку. Посмотрите, сколько это будет у вас. Обычно закрывается биржа и приходит earnings report, потому что... Ну, типа меньше манипуляции цены. На самом деле она и после after hours выстреливает. В общем, следите сегодня, что там в Tesla Earnings Report. Наверняка кто-то что-то покажет. Так, значит, про Amazon поговорили. Ну и, конечно, Нэнси Пелоси. Вы, наверное, не очень про нее знаете, но это очень влиятельная персона в Америке. Практически, ну, не знаю, второй, может быть, человек после президента. Очень важно, она тоже демократ, естественно. И демократическая партия сейчас лидирует в Сенате, поэтому... Она, по сути, представитель лидирующей партии. Очень старая бабушка, 80 с лишним ей. И она предлагает еще один план по спасению Америки. Напечатать 1,2 триллиона плюс 3,5 триллиона. И 1,2 триллиона пойдут на развитие инфраструктуры, мосты, дороги и так далее. 3,5 триллиона пойдут на фандинг университетов, школ и комьюнити колледжей, и медицинские затраты и так далее, и так далее. Climate change, естественно, климатические изменения. Так, секундочку. Вроде как это все задумывалось как помощь после... пандемии вируса, который нельзя называть. Да, но здесь про медицинское развитие только одной строчкой. А при чем здесь мосты, дороги и все вот это вот? Это не на это ли? Разве люди платят налоги? Не на развитие ли инфраструктуры городов и стран? Похоже, что под это дело они просто хотят заткнуть свои дыры, где благодаря халатности и неумению пользоваться государственными фондами, просто все это, получается, улетело в одну большую дыру, которую нечем заткнуть, а сейчас у нас, получается, есть отличный способ напечатать еще 5 триллионов долларов, чтобы помочь экономике США, да, ну и, кстати, это не то, что прям вот конкретно США, а другие прям ничего не будут печатать. Я уверен, что если Америка напечатает еще 5 триллионов, то и Европа напечатает еще очень-очень много. И, ну, если они действительно одобрят и напечатают 5 триллионов, как бы перегрет вам не казалось рынок, да, как бы вам не казалось, что вот это выглядит нездорово, да, если вольют еще 5 триллионов в экономику, это покажется просто ерундой, и как бы 40-50 за Dow Jones это легко достижимо, потому что против Феда, против Federal Reserve бесполезно сражаться. Ну и, собственно, если кто-то спрашивает, как мы будем чинить нашу сломанную экономику, то Джером Пауэлл и Кристин Лагард говорят бр, то есть печатаем больше денег, а кто-то предлагает биткоин, то его сразу же выкидывают в окно и отправляют в ГУЛАГ. Ну, что за крипта без мемов? Так, ну все, подходим к концу. Веселая часть, поговорим про NFT-шки, Astro Friends. Те, кто смотрит этот канал, успели купить по 0.08, сейчас у них floor price 0.2, они еще не открылись, пока еще в таких вот шариках. Сегодня откроются, будем следить, и купившие по 0.08, в принципе, могут продать уже по 0.2, тем самым получив, да, получается, 1
почти с половиной x, да? То есть, вот на, я считаю, вывод какой, что надо оставаться на, следить за трендами, оставаться в тренде, смотреть, и, возможно, есть какие-то opportunities, возможности, где можно заработать, хотя кажется, что все это ерунда, да, и возможно, что все это ерунда, кто-то думает, но пока кто-то там думает, мы с вами зарабатываем, друзья мои. Вот мои 6 подов, которые я купил, и один из них я раздам после того, как они вылупятся. Раздадим мы это в чате на этой неделе, скорее всего. Я, кстати, думаю, что floor price у них дойдет до одного эфира, так что неплохой такой будет giveaway-чик у нас. Но, чтобы поучаствовать в giveaway, нужно владеть хотя бы одним каким-нибудь проектом из NFT, да, из вот этих вот аватар-проектов. То есть у вас должен быть там, ну или CryptoPunk, ну вряд ли, конечно, ну или котик, или ape, или что-нибудь, что-нибудь такое. Ну или может быть, да, там, не знаю, какая-нибудь собака, утка или что-нибудь из этого. Если у вас это есть, то вы сможете участвовать в этом giveaway. Точные правила я пропишу позже в чате. На этой неделе обязательно раздадим, может быть, на субботнем стриме, а может быть, еще когда-нибудь. Очень жду. Смотрим, что вылупится. Ну и еще одна интересная игра. Это Crypto Blades. Токен Skill. Он у нас лидирует во всех поисках в CoinGecko. И не обратить на него внимания было бы странно. Сейчас он стоит 151 доллар. Еще вчера он был где-то 125. Итак, я купил около 2,5 скиллов. Зашел сюда, подключился. И купил себе 4 воинов, которых продают по 0.75, вчера точнее продавали по 0.75 скилла, сейчас я даже не знаю, какая цена, но суть в том, что если покупаешь одного воина, то тебе дают еще один скилл, который можешь потратить в игре, то есть по сути, закинув 0.75 скилла, можно купить 2 воинов, да, потому что еще один скилл дадут будет 1.7, а, значит 2 воина это где-то 1.4 и еще 0.5 скиллов, в принципе, можно потратить на покупку оружия. Вот здесь вот не на маркете, а на Blacksmith. Можно добывать себе оружие. И, в принципе, если интересно, посмотрите, есть на YouTube много обучалок, как в это играть. Ничего сложного в этом абсолютно нет. 4 стихии у рыцарей, 4 стихии у мечей. Выбираете себе, идете в бой, выбираете себе рыцаря. Если у вас рыцарь земляной, берете ему земляной меч, смотрите, земля побеждает молнии обычно, нажимаете кнопочку Fight, подтверждаете транзакцию. На Binance транзакция стоит копейки, но в принципе они накапливаются, да? И смотрите, выиграете вы или проиграете. Если вы выигрываете, то вы получаете скилл и опыт. Чем выше уровень вашего персонажа, тем больше скилла вы получаете. Вот, смотрите, мы выиграли бой и получили за этот бой 0.02 скилла. При цене в 151 доллар это получается 1,5 доллара мы только что с вами заработали. Да? Соответственно, в день можно провести 7 боев за каждого персонажа, максимум 4 персонажа. 4 персонажа и, значит, 7 боев это 28 боев. 28 боев получается около, соответственно, 30 с лишним долларов. Тут есть, кстати, даже калькулятор, можно не ломать голову, а ввести свой уровень, выбрать ему меч и посмотреть, сколько у меня вот есть Lightning Warrior с тройным, с таким мечом, нажать Calculate и можете посчитать, сколько вы в день зарабатываете, если сколько вы получаете денег. Но они считают, естественно, по текущему уровню скилла. И, соответственно, чем выше ваш уровень, тем больше вы можете зарабатывать. До 13 уровня я дошел за один день, по сути. И вот уже 0.27 скилла у меня здесь есть. Чтобы их выводить, очень просто, на MetaMask. Если выводите сразу, то с вас берут 15%. Каждый день уменьшается на 1%. То есть, если выводить 2 раза в месяц, можно ничего не терять. Как-то так я, наверное, это и попробую делать. Плюс ко всему, когда покупаете мечи, то может есть шанс, что выпадет очень редкий. Редкие продаются на рынке по там, 5, 6,
скиллов, то есть можно, в принципе, случайным образом, да, вот смотрите, 4 скилла, можно, соответственно, получить этот меч и потом продать его за несколько сотен, а то и тысяч долларов. Поэтому, друзья мои, это тоже не финансовый совет, сколько эта игра просуществует, я не знаю, но приятно то, что выводить на MetaMask очень просто, буквально в несколько кликов, пусть заплатишь такс, но вытащить свои деньги ты можешь всегда, никакого фриза, локдауна нету, не то, что ты должен 2 недели прождать, а через 2 недели, может быть, весь смарт-контракт вычистят или еще что-нибудь такое. Здесь такого риска я не увидел. Ну, естественно, есть риск изменения цены скилла, но если ты живешь в экономике и пользуешься скиллом как основной валютой, ты инвестировал 2 скилла, 2 скилла вывел. Ну, естественно, риск курса скилла к доллару ты берешь на себя по дефолту, это понятно, я думаю. Поэтому, друзья мои, напоминаю вам, не берите на себя больше риска, чем можете себе позволить. Инвестируйте вдумчиво. И если вы подходите по-взрослому, ответственно, то инвестиции смогут изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. До связи. Пока.